Всем доброго времени суток, с вами Анми, и мы с вами продолжаем играть в Обесчещенный. В прошлой серии мы ограбили сейф, взяли руну и усыпили Пратчета, хозяина этого дома. Сделали мы все это аккуратно, и до сих пор мы пока ни разу нас не заметили. Ну, вернее, заметили, но ни разу не поймали, и мы никого не убили. В этой серии, так скажем. Потому что первые серии у нас проходили не очень удачно. Ну, в смысле, удачно для нас, но неудачно для тех, кто с нами встречался. И мы пробуем дальше в стелсе продвигаться вперед и никого не убивать. Пока все у нас вроде бы как получается, поэтому пробуем и дальше так же действовать. Так же тихо и аккуратно действовать. Так. Тут кто-то нас ищет, да? Только не говори, что ты прям сюда идешь. Пожалуйста, не выходи на балкон. Я тебя умоляю. Молодец. Молодец. Это хорошо, что ты меня послушался. Это спасло тебе жизнь просто. Труп. Труп нам не нужен. Первая тетрадь дневника. Первая тетрадь дневника, 19 число месяца семян. Что же мне делать? Она ушла и забрала вещи, вернулась к родным, будто это поможет. Чума заберет всех нас. Третье число месяца сетей. Я нанялся на китобойное судно. Уеду отсюда, подыщу себе местечко где-нибудь в Тивии на севере. Там такие холодные зимы, что крысы не выживают. Вот и чумы нет. 28 число месяца сетей. В последний день месяца фортуна мне улыбнулась. Я кое-что нашел. Блестящая и очень старая вещь, похожая на китовую кость. И она, как мне известно, приносит удачу. Да, но тебе она удача не принесла. А, вот она. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. 1,000 years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark. So he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pandisia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. А это не подсказка ли была о том, что проводит ритуалы? Кстати, у нас есть еще одна способность. Вернее, мы можем взять еще одну способность. Жадная стая. А, нет, это призывает стаю крыс. Вот, селиться в животных. Надо подумать. Может быть, мы начнем вселяться в крыс. Это поможет нам передвигаться еще более скрытно. Вторая тетрадь дневника. 6 число месяца дождя. Я жду кузена Эмили. Он принесет птицу, и мы ее зажарим. Надо узнать, открыты ли какие-нибудь лавки. Может, удастся купить яблоко или картошки. 10 число месяца дождя. Сначала я хранил резную китовую кость на полке, но там ее было плохо видно. И я сделал как бы подставку. Эта вещица так словно... Так славно мерцает при свете свечи. 15 число месяца дождя. Иногда она мне снится. Во снах она звучит, как ветер, душою через разбитое окно. Иногда этот ветер похож на голос. Я должен был уйти в море, но слишком поздно спохватился. Я опоздал на несколько дней. Так, и мы... Нам надо двигаться куда-то вперед, да? Пока неплохо у нас все получается, пока неплохо мы продвигаемся. Здесь
Здесь пока что никого и нет. А куда вот этот спуск? Собираем все, что можем. Никому ничего не оставляем. Вам это уже не поможет. А мне может пригодиться очень даже неплохо. А что я вижу внизу? Неужели это картина? Да, это вполне может быть картиной. Или просто планом. Может быть, это просто план. Давайте наверх. Все-таки мне с крыши как-то сподручнее подниматься. Оттуда лучше все видно. И можно найти пути перемещения дальше. Хотя не факт, что здесь эта возможность есть. Да, по-моему, отсюда придется слазить. Хотя... Хотя, смотрите. Почти что Эцио Аудиторе у нас получается, да, такой вот персонаж. Тихо. Главное не падать. Да давай, да что такое-то? А вот и мост, посмотрите. Красота-то какая. И первая у нас через первый прожект через 105 метров. Что за булдыга нарушает у них покой там? Ничего себе. Вы то видите то же самое, что и я? Обалдеть. Вы видите, да? Вы видите то же самое, что и я. Это не просто была кат-сцена. Как видите, здесь есть спуск, и можно обойти, выйти на причал и обойти вот там. У нас нарушитель. Да, у вас не то слово нарушитель. Здесь пока что ничего нет, поэтому мы именно так и пойдем, как нам показали, намекнули. Здесь очень даже неплохо скрытно проходить. Тут, по-моему, там крысы уже работают, да. Крысы здесь не оставляют никого в покое. Аккуратно, аккуратно. Проходим здесь. Никого тут нет. Да, вселяться в животных было бы неплохо. Смотрите, можно было бы взять сейчас какую-нибудь рыбку и ей просто проплыть вперед. Так, а где тот проход, про который я видел? Или мне все-таки это показалось? Это просто обход вокруг, что ли? Как-то это очень странно. Как-то это очень странно. Хотя можно вот там попробовать пробраться. Давайте попробуем, почему нет. Аккуратно. По-моему, неплохо мы пока всех обходим. Ой-ой-ой, нет, никого мы не обходим. Мы просто зашли с другой стороны, да? Нам надо дальше. Как же нам все это сделать аккуратненько, без шума? Кажется, я вижу, как. Да, и не долетел. Не там метку поставил. Неужели нас заметили? Аккуратненько, аккуратненько. Не хочу я ни с кем сражаться. Nice.
Так. Два охранника. Пока они там отдыхают, мы пройдем вот здесь. Так, один из охранников пошел куда-то. Тихо. Мы сейчас быстренько. Так, перепрограммировать теперь ее нет смысла уже. Нам нужен прожектор, значит, движемся быстро дальше. Аккуратно, аккуратно. Осматриваемся по сторонам. Здесь что у нас? Дальше дорожка или можем по цепям забраться, да? Видимо. Ну не просто так же здесь цепи висят. Там кто-то есть. Цепь. И куда дальше? И куда дальше? Здесь вроде бы пока... Ой-ой-ой, охранник-то сюда прям идет. Ой-ой-ой, да что ж такое-то? Тихо. Успокойся. Да нет, тебе показалось. Как же неудачно. Сразу два действия были неудачные. Первое, то, что я не долетел до него. Второе, когда он повернулся. Да отстань ты от меня, давай уже. Все. Тебе повезло, ты останешься жив. Так, а куда нам-то дальше? Опа-опа-опа, быстренько отсюда уходим, пока этот охранник там не увидел нас. Так, что-то мы сделали там, да, включили что-то, только я не знаю, что это. Но, видимо, это нам поможет в дальнейшем продвижении. Да хватит орать уже, радуйся, что жив остался. Не все такие добренькие, как я. Неужели нам просто на этот мост прям вылазить и все? Ага, там снизу, смотрите, есть лесенка какая-то. Но она... Так, ладно. Туда так туда. Не зря здесь эти доски. И мы с вами, наверное, именно так и пойдем. Дальше продолжим свой путь ассасина. Another patrol with you. Heavens dies. Oh, stupid goddamn asshole. Тихо, не шуми. Только вниз не падай. Молодец. Так, нам надо выключить прожектор. Это вот здесь. Внизу еще один. Для чего это?
чего это непонятно, да? Хотя... Так. Да, теперь мы, наверное, и наверх-то и не залезем. А, нет, залезем. Нам-то... Нам-то по большому... Где вы? Ребята... Пока что очень даже неплохо все у нас получается. И опа. Так. Здесь мы свое темное дело сделали. Теперь мы можем двигаться спокойно вперед. Прошу прощения. Здесь аккуратненько. Я сохранюсь сейчас, чтобы не свалиться куда-нибудь, куда не следовало бы падать. Это вы где разговариваете-то, ребят? Ух ты. Нет, они ниже, так что они не заметят. Ой, ну давайте аккуратненько попробуем. Опа. Да, у нас получилось немножко съехать. Сейчас мы дождемся, куда тот двинется охранник. И вроде другой охраны нет, мы его... Ой-ой-ой, кто нас заметил? Ой! Как все это не вовремя-то. Начинается. Начинается. Как вы меня умудрились-то? Как вы меня умудрились заметить-то, ёлки-палки? Тихо, тихо. Успокоились, всё? Да, успокоились. Это что такое? Что это такое? Ну это явно что-то нехорошее. Ой-ой-ой, опять. Да нет, нет, ты меня не видишь. Так, знаете, мы что сейчас сделаем? Мы сделаем вот так. Пусть эти цветочки там что хотят делают, но мы успеем все проскочить просто. И все. И все, никаких проблем не возникло. Ага, вот два охранника здесь, а здесь-то никого. У нас нужен ключ от причала. Интересно, придется, видимо, нам сюда как-то залазить. Встаем, да? Хотя можем и так обойти. Чем нам придумывать велосипед? Дом Соколова через 20 метров. Охрана здесь все бродит, да? Двоих. Усыпить бы вас, ребят. Да
давайте просто, наверное, зайдем к этому Соколову в гости. Не будем изобретать велосипед. Главное, что мы пробрались, остальное ерунда. Здесь сразу, смотрите, нас встречает руна. И вроде бы пока больше никого. Записка о музыке смотрителя. Вчера мимо меня прошел смотритель, наигрывая на шарманке старинную музыку. Ту, что звучит в аббатстве. Лица его я не разглядел за маской, но было слышно, что он бормочет стихи из священных текстов. Меня обуял страх. Костяные амулеты и любые другие талисманы запрещены законом. Смотрители относятся к этому очень строго. Сжимая талисман в кармане, я чувствую его тепло. Я шел и старался не смотреть по сторонам. Смотритель направился к дому королевского лекаря, этого грубияна Соколова. И тут случилось нечто странное. Готов поклясться, талисман в моей руке отозвался на музыку смотрителя. Стал холодным и словно бы замер. Я нашел книгу, которая, надеюсь, поможет мне понять, что произошло. И вот эта книга, «Древняя музыка». Давайте ее прочитаем, так как она относится к предыдущей записке. В окружающем нас мире есть волны, которые мы едва можем уловить органами чувств. Эта древняя музыка пронизывает все сущее и является важнейшим элементом в структуре мира. С ее помощью можно творить чудеса, не нарушая законов природы и не прибегая к помощи коварных духов. Изучая этот феномен, я открыл музыкальный строй, состоящий из 17 нот. С помощью подходящих инструментов эти ноты позволяют добиться поразительных результатов. Среди прочего, с их помощью можно гасить возмущение, которое исходит из бездны и так или иначе связаны с чужим. Ну что ж, это все достаточно интересно. Но где сам Соколов? Настояла пометка, что именно... Или это просто дорога к дому Соколова имелась в виду? Ух ты, тут охрана-то немало. Здесь можно обойти поверху, да? И зайти куда-то вот туда. Но сейчас, наверное, мы так и будем действовать. Потихонечку. Ой-ой-ой, тихо. Интересно, а сзади можно обойти? Еще впереди можно, вот там внизу, наверное, попробовать пройти. Куда же нам пойти-то? Там, смотрите, у нас опять эти растения опасные. Здесь у нас такое ощущение, что стекло, да, и туда мы просто не залезем. Ага, вот балкончик. Можно попробовать? Да, именно так и есть. Сюда можно. А вот выше как-то не получается, да? А было бы неплохо. Да. Тихо, тебе показалось, стой там. Ну, пожалуйста, ну не надо. Куда тебя несет-то? С другой стороны, это еще лучше. Меньше о тебе думать потом. Сейчас попробуем отключить этот грохот, который мне очень-очень не нравится. Здесь что у нас?
Здесь у нас тоже куда-то проход. Наверх, выше, как нам забраться? Никак. Нет, здесь никакой дорожки наверх нет. К сожалению. Просто там, видите, ворота, и мы там точно не пролезем. Поэтому надо придумывать что-то другое. Опа, опа, опа. Еще один охранник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, 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 ты не знаешь, что я здесь. Ну вылазь, вылазь. Да елки-палки. Нет, ты меня не найдешь. Теперь ты меня точно не найдешь. Главное мне теперь выжить здесь. Ай! Нет, нет, не ешь меня. Ай-яй-яй-яй. Я не знаю, что это за фигня, но она очень меня пугает. Так, ладно, что мы дальше делаем? Да, повезло мне, согласен, ребят. Ой-ой-ой. А вот теперь не повезло тебе, правда? Так бывает. Хочу выключить этот грохот, я не знаю почему, но он мне очень не нравится. Теперь спокойно я буду искать проход вот к этим воротам. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. У нас последний, что ли? Из магикан. Тихо. Всем спать. Здесь вы меня вынудили поступить именно так с вами. Это что такое-то? Так, как же нам пройти через эти ворота? Все, охраны больше нет. Вся охрана отдыхает. Ага. А вот и открыли проход. Теперь дорога к дому Соколова открыта. Здесь уже все то ли мертвые, то ли что с ними произошло. Какие полчища крысы, посмотрите. Они как ко мне бежали, что ли? И мы дошли все-таки до дома Соколова. Я просто все осматриваюсь, не было ли другой дорожки сюда. Не пропустил ли я что-то, но вроде бы как нет. А вот здесь можно через верх, кстати, попробовать зайти. Но давайте попробуем обязательно в следующей серии. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Адми. И до новых серий. Пока-пока.